Женщина позвонила на мой номер, и я видел, что Валентина телефон у нее. У меня есть ее адрес, есть ее номер. Так что если кого-то, кто-то его увидит, где он там живет, скажите, что есть его телефон, она ждет, чтобы он пришел и забрал его. У нее маленький ребенок, ей некогда ходить. А та женщина, когда нашла здесь внутри? Не-не-не, на восьмом квартале где-то он нашел, я не знаю. А вот Виктор пришел, сейчас я Виктору скажу. Потому что если тут все должны передать вот сюда. Да. Что находит, а вот сюда. Также я попросил вас болеться друг за друга. Потому мы повесили плакат для того, чтобы это было напоминание вам для молитвы. И молитесь также за брата Пола, для того, чтобы он там, находясь, не заразился ковидом, но мог вернуться и продолжать служение здесь. Мы очень и очень нуждаемся в таком дерзновенном брате, который, не покладая рук, делает много, не только для Бельска, для Кишинева и для других городов, а для того, чтобы каждый мог услышать Евангелие. Вас каждого, если вы живете в доме 16 этажей, или сколько у вас этажей, возьмите с собой трактаты, поставьте их по машинам, по почтовым ящикам, по не знаю где, а пускай люди читают, поскольку это приблизит их к библейской истине, которая так важна и так нужна каждому, особенности в это последнее время. Я хотел бы вместе с вами спеть несколько пений. Найдите номер 90. Вблизи креста Христова хочу всегда прибыть. Там от скалы высокой тень, там отдых от борьбы. Вблизи креста Христова хочу всегда прибыть. Там от скалы высокой тень, там отдых от борьбы. Там отдыху надежный дом, защита внизу. Там от страданий отдохнет и отдохнет.
себя. Вот правильное отношение христианина, о котором мы говорили с прошлого раза. А что? То, что мы видим в истории этого мира, это должно устыдить нас. А следующий номер 99. О, благодать спасен тобой. Я из пучины мира. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Номер 99. О, благодать спасен тобой. Я из пучины. Воды, чего-то там имеете. Это уже причина благодарить Господа за это. Слава Богу! Аминь.
И это будет время нашей молитвы, когда мы встанем и поблагодарим Господа за то, что мы можем находиться здесь и можем славить Господа. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за новую возможность предстать пред Тобой в молитве и вознести благодарность за все, что Ты делаешь для нас незаслуженно. Мы славим Тебя за жизнь, славим Тебя за дыхание, за возможность собираться, за возможность читать Слово Твое, вникая в Него, рассуждать над своей жизнью, исправлять ее, сделать ее подходящей к Твоему стандарту, чтобы это приносило Тебе радость. Благослови это время нашим вниманием, нашим сознанием, нашим желанием угодить Тебе, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. По-прежнему мы откроем Евангелие от Марка, 13 главу. Мы остановились в прошлый раз на двух важных словах. Кто помнит первое из них? Никто не помнит? Печально как. Давно было. Давно было, да? Давайте откроем Библии наши. Есть у вас Библии с собой? Нет. Если нет у вас Библии, возьмите карандашик и напишите себе на листочке или на чем-то важные слова нашего Господа. Помните, что ученики вместе с Иисусом, они вышли из храма на одной горе, перешли на другую гору, откуда могли видеть здание храма и наблюдать за красотой, которая светилась на заходящем солнце. Это уже был вечер. Если чуть раньше мы вернем события, мы знаем, что в понедельник Иисус пришел в этот храм, осмотрел его и спланировал, что во вторник сделать. Выгнать всех продающих и покупающих. Всю среду, за сотни лет этого существования храма, единственный день, когда они могут слушать истины из уст самого законодателя от Иисуса, передающего то, что будет происходить с учениками, и он говорил о своей смерти, он говорил о многих вещах. Теперь мы находим учеников. Мы видели две пары братьев, да? Как звали первую пару? Адам и Ева. Нет, Адам и Ева это были первые люди. Люди. А две пары учеников были Иоанн и Иаков, два брата, и Петр и Андрей, другие два брата, которые составляют часть тесного круга друзей Иисуса. Мы знаем, что эти ученики являются на горе Преображения вместе с Иисусом. Через главу, в 14 главе, мы найдем их находящимся в Гефсиманском саду, где Иисус поручает им поддержать его в молитве. 14 глава, 33 стих. Он берет с собой Петра, Якова, Иоанна и начал сильно удивляться и очень тосковать. И говорит им: «Душа моя чрезвычайно скорбит до смерти. Побудьте здесь и бодрствуйте». Справились ученики с вот этим поручением бодрствовать? Нет. Нет. Мы знаем, что он их в 13 главе предупреждает 4 раза. Представьте себе, Бог приходит к вам и просит вас 4 раза. Посмотрите на 33 стих. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда это время. Ибо Сын Человеческий, как человек, отправляющийся в далекий путь, который оставил дом свой и дал слугам своим власть и каждому свое дело, и велел привратнику бодрствовать. Бодрствуйте поэтому». Ибо не знаете, когда приходит хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или утром, чтобы, придя внезапно, он не нашел вас спящими. И что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Чтобы мы не оказались такими же, как и эти ученики, которым четырежды было сказано, бодрствуйте. И в конце концов,
он приходит и находит их какими? Спящими. 37 стих 14 главы. Он приходит и находит их спящими. Говорит, а Петру: Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух воистину готов, но плоть слаба. И опять он отошел и молился, и говорил те же слова. И когда возвратился, опять нашел их спящими, ибо глаза их отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит он в третий раз и говорит им: спите дальше теперь и почивайте. Довольно, пришел час, вот Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем, вот тот, кто предаст, близок. И можно было читать остальную часть главы, но вы прочитаете сами. Итак, мы видим, четыре ученика задают Иисусу вопрос. Скажи нам, когда это будет, и какое будет знамение, когда все это исполнится. И отвечая им, Иисус начал говорить: смотрите, чтобы кто не обманул вас. Вот это первое предупреждение ученика. Хотел бы я спросить вас, сколько в вашем городе живет обманщиков? 90%, наверное, да? Все стараются обмануть, будь то на деньгах, будь то на доктринах, будь то на еще чем-то. Я видал даже людей, которые выдают себя за христиан, чтобы подсунуть свою какую-то кривую книжку, которая собьет с тебя с толку. Я принес одну такую с собой даже. Чтобы и вам показать. Возможно, вы такую увидите. Такую книжку встречали где-то, может быть, в киоске, на рекламе где-то? Не встречали. Если встретите. Из всей вот этой толстой книги стоит прочитать всего лишь две странички. Но эти две странички не рассказывают о сущности Бога. Вот эту страничку. Бог истинный от Бога истинного. И эта глава заканчивается вот через страничку заканчивается. Все остальное, что тут написано, это... Это даже не Иегова, это... Я вам расскажу потом про нее. Выставляя Иисуса за революционера, не за Бога. Иисус не был революционером. Если бы он пришел совершить революцию, он бы свергнул римское иго. Когда мы находим его пришедшим в храм, кого он выгоняет оттуда? Римлян? Иудеев. Иудеи торговали там. Иудеи деньги собирали или меняли, или что-то еще делали. Иисус не пришел свергать римское иго. Вот почему у учеников это не помещается в разум. Как так? Мессия. Они убедили, что он Христос, что он Мессия. И они ожидают от него, что он поменяет правительство. Иудеи поднимутся на вверх, и римляне спустятся вниз. Иудеи будут первой нацией. Он их предупреждает трижды, что ему надлежит умереть. Это снова не помещается в их разум. Но это все про революционера. Мы не про это говорим. Итак, в городе много обманщиков. Какова наша обязанность? Смотрите, написано поручение, да? Чтобы кто не обманул вас, 5 стих. Второе предупреждение. Прежде чем мы будем смотреть на второе предупреждение, я хотел бы, чтобы каждый проверил себя. Не обманут ли я? Во-вторых, не обманываю ли я кого-то? И третье, это если кто-то пытается меня обмануть. Вот это три сферы, связанные с обманом. То, почему мы проходим эти качества? Это чтобы быть настоящим, не поддельным, не фиктивным, не только с названием. Почему?
Потому что все вот эти вот вещи написаны Иисусом наперед, говорит 23 стих. Но вы смотрите, вот я наперед сказал вам сколько? Все написано. Ни половина, ни третья часть. Все он сказал. Почему? Чтобы мы знали, как проверить себя, настоящий ли я христианин, или я всего лишь только с названием поверхностный. И оказавшись поверхностным, я мог бы приложить время или усилия для того, чтобы стать настоящим. Если мы забежим наперед и посмотрим на все вот эти испытания, которые будут в истории человечества, вы увидите, что имея только название, вы быстро опуститесь и не захотите ничего иметь общего с христианством. Это не будет по вашему нраву, или не поможет дойти к вашей цели, а просто называться христианином. Посмотрите на следующее испытание. 6 стих. «Ибо многие придут во имя Мое, говоря, Я Христос, и многих обманут». Кроме того, что будет это в человеческой истории, когда будет появляться один здесь, один там. Посмотрите на 22 стих этой же главы. «Ибо восстанут лжехристы», то есть они за это время умножатся. Это не будет только один Христос, это появится много таких. «И лжепророки, и покажут знамения и чудеса, чтобы соблазнить, если возможно, даже и избранных». Теперь скажите, легко оставаться просто с именем? Я христианин, я православный, я баптист, я библейский верующий. Какое хотите, припишите себе название. Это не поможет вам выдержать экзамен. Посмотрите на следующее испытание. «И когда услышите о войнах и слухи о войнах». Вот это второе слово, которое я хотел бы, чтобы вы сказали мне. Написано «Не тревожьтесь». Когда вы услыхали о коронавирусе, что вы... Буду жить, не буду жить, что делать, где маску взять, где перчатки, где, куда идти, что делать, где... Написано, не тревожьтесь. Итак, первое слово, смотрите за собою. Второе слово, не тревожьтесь. Ибо таковому надлежит быть, но конца еще не будет. Теперь скажите, если вы только имеете название, неважно, называйтесь как хотите, католиком обзовитесь, мусульманином обзовитесь, как хотите назовитесь, мне без разницы, как вы называетесь. Сможете ли вы остаться необманутыми, никого не обманывать и не подвергнуться обману? Что вы будете делать, когда появится лжехристос? И что вы будете делать, когда услышите о войнах, и слухи о войнах. Бог говорит, не тревожьтесь. Люди, имеющие просто название, будут в большой тревоге. Кроме того, что это может пройти мимо вас, скажем. Война была в Приднестровье, война была в Донецке, война, может быть, еще где-то. Может быть, мы не имели тех продуктов, или чего-то там не имели, или сидели дома, или как-то еще выходили с положением. Но это не касалось нас лично. Посмотрите на следующий экзамен, который описывается в истории 13 главы Евангелия от Марка. «Ибо восстанет нация на нацию». Помните, восставали украинцы, русские, приднестровцы, молдаване, не знаю где. «И царство на царство». И вот землетрясение в разных местах. Снова к этим словам относится «не тревожьтесь», смотрите за собой. Будут голода и беды. Это есть начало скорби. Можно оставаться спокойным, имея только название «Я христианин». Нельзя. Посмотрите следующий экзамен.
но вы смотрите за собой. Теперь относится к вам лично. Если это, может быть, проходило где-то там за границей или где-то еще. Ибо вас будут отдавать в советы. И я хотел бы посмотреть с вами на один из советов Евангелия от Матфея. Мы смотрели в прошлый раз. Кто помнит, какая это глава была? 12 глава. 12 глава, стих 14. Тогда фарисеи вышли и держали совет. Что вы думаете, они советовались? Как помочь Иисусу проповедовать? Как распространить его учение? Совсем нет. Совет против него. Как бы им уничтожить его? Вот на что собираются сегодняшние советы. Если раньше вы видали, может быть, на Рождество написано было «С Рождеством Христовым» на всю витрину магазина, то сегодня что мы видим? Поставят один X и даже не напишут «С Рождеством». А, хватит одной буквы. Догадайтесь, что это такое. Может быть, две поставят. От силы, но не больше. А, посмотрите. Отдавать вас в советы, да? Второе. В синагогах будут вас бить снова. И будут приводить вас пред правителей и царей за меня. Для свидетельства против них. То есть, четыре раза мы видим, что это коснется каждого лично. Неважно, как бы вы ни назывались. Это коснется каждого индивидуально. Посмотрите следующее. И Евангелие должно быть прежде провозглашено среди всех наций. А вот чем занимается христианин. Когда землетрясение, когда голод, когда гонят, когда преследуют, когда лжехристы появляются, когда пытаются обмануть, когда различные другие препятствия есть. Он продолжает проповедовать Евангелие. Его это не страшит, он, где он будет иметь крышу над головой, он продолжает возвещать Евангелие. Посмотрите, как результат проповеди Евангелия, что ожидает тех, которые будут проповедовать. Вы скажете, наверное, их будут принимать в царских палатах, президенты приглашать, чтобы они на всю страну проповедовали на больших аренах. Посмотрите. Но когда будут вести вас и отдавать, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте заранее, но все, что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо это не вы говорите, но Дух Святой. Каким образом они будут тогда говорить? У них это будет в памяти. Если вы посмотрите на один пример того, как говорил Давид, на этой же страничке, в 12 главе, 36 стих. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, пока не сделаю врагов твоих подножьем твоим». И так сам Давид называет его Господом. И откуда тогда он сын ему? И простой народ слушал его с удовольствием. Откуда Давид взял эти слова? Псалма 110. Каким образом он мог их процитировать тогда, когда необходимо было? Потому что он помнил их наизусть. И Дух Святой использует эти слова для того, чтобы показать настоящую суть христианина. Он наслаждается словом, он заучивает его наизусть. Он рад передать это слово при случае. Стоите вы в троллейбусе, или стоите в очереди, или идете по улице с кем-то. Цитируйте Божье Слово. Чем больше вы будете его повторять, тем больше Дух Святой будет работать через это слово в других душах, с кем вы говорите, идете рядом, или сидите рядом, или, может быть, ведете разговор какой-то. Вот это важная часть христианина, который не просто слышит Божье Слово, он впитывает его,
Он выдает его. Это слово производит работу благодаря ему. Ведь самое важное в жизни христианина — это не только самому научиться истинам Библии, а что сделать? Эту истину передать рядом стоящему, да? Почему мы не рождаемся в этот мир и живем только для себя, а рождаем детей и говорим им: горячее не трогай, ножик не бери, в яму не наступай, в лужу обойди. И когда мы видим, что он обжегся, или что он ударился, или что он поцарапался, или что он не знает, что с ним происходит, сердце нас ущемится, ему больно, мы не спим ночью, мы переживаем вместе с ним, чтобы он выздоровел, а чтобы температура прошла, чтобы он был здоров, чтобы он мог показать тот плод нашего вклада в него, что мы помогли ему, воспитали его, накормили его, одевали его, что-то еще с ним делали, учили. И в конце мы можем сказать: вот это мой сын. И посмотреть на него вот так, наверное. Вот таким образом и в христианстве. Мы не живем только для себя. Мы живем, чтобы то, что мы узнали, передать тем людям, которые, возможно, живут в обмане. Может быть, их обманул кто-то. Может быть, они последовали за лжехристом. А может быть, они живут в страхе, в трепете из-за землетрясений, или из-за войны, или из-за голода, или из-за чего-то еще. Наша обязанность — разбить вот эти все страхи, дать им новую надежду, показать им новый путь, для того, чтобы они могли следовать за Господом. И вот это работа Святого Духа, когда Он напоминает нам те слова, так необходимые тому человеку, который борется, допустим, с курением, или с пьянством, или с чем-то он там борется. Он, может быть, зависим от каких-то других пороков, от обмана, или от наркомании, или от жадности, или от еще чего-то там. Наша обязанность — рассказать им истину. Посмотрите, что идет дальше. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети против своих родителей, и сделают так, что их предадут смерти». Вот тут начинается еще более трудный экзамен. Допустим, вы вместе с вашим отцом прожили 40 лет. Теперь вы познакомились с истиной. Отец по-прежнему говорит: я так родился, я так умру. Был православный, останусь православный. И много еще чего там говорит. Ваша обязанность — сказать: извини, отец, до сих пор спасибо тебе, что ты меня воспитал. Теперь я познакомился с истиной, я становлюсь в сторону. Что проявляет отец к вам? Неблагодарный сын, такой-сякой. И хаит вас. Посмотрите, настоящая вера, она способна поддержать вас, даже если родители, близкие, родственники, с кем или чья кровь течет в вас, даже если вы отделяетесь, она сильно удержать вас в числе избранных, в числе тех, которые следуют за Господом. Даже их предадут смерти, написано. Они готовы пойти на смерть, потому что им нечего стыдиться. Они знают истину. Не страшит их разлука с жизнью, разлука с родственниками, разлука с близкими. Они готовы дойти до конца. Посмотрите на следующий стих. «И будут те ненавидимы всеми за имя Мое, но тот, кто выдержит до конца, тот спасется». Скажите, с названием я многоточие там. Христианин, напишите туда, напишите как хотите. А сможете ли вы быть ненавидимы всеми за имя Мое? Это вопрос каждому индивидуально. Ответьте каждый себе, не надо поднимать рук. И вот здесь другой экзамен.
Посмотрите на последнюю фразу. Но тот, кто выдержит до конца, тот спасется. Скажите, а что будет, если он не выдержит до конца? Будет он спасен? Да. Все равно придет конец. Давайте мы начнем с другой стороны. Каким образом мы спасаемся сегодня? Благодатью вы спасены через веру и сеяние от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Написано в книге Ефесянам, по второй главе, стихи 8 и 9, да? А эти люди каким образом спасаются? Если они выдержат, да? А если не выдержат, значит не спасенные. Кому эти слова относятся, во-первых? Спрашивают, кто? Посетители церкви или спрашивают евреи, которые спасаются делами, которые должны приносить жертву за грехи, которые должны ходить в храм, которые должны отдавать десятину, которые много чего там должны. И об этом говорит Библия. Это люди, которые не принадлежат церкви. Церковь еще не образовалась. Церковь образуется только во второй главе Деяния апостолов. Мы находимся в Марка 13 главе. Христос еще не умер, еще Дух Святой не сошел, еще церкви нет. Потому слова «претерпевший до конца спасется» относятся к тем ветхозаветним евреям, которые жили когда? Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это когда вы находите такие слова, претерпевший до конца спасется, вам нельзя это брать из контекста и сказать, вот, если я не выдержу, я попаду в ад, и буду там мучиться, и будет мне плохо, и еще не знаю, какие там фантазии приписать сюда. Вам нужно прочитать 20 стихов до этого и 20 после этого отрывка. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это автор написал с 1 главы до 16 главы книгу. Мы не можем забрать эти слова, просто вырванные из текста, понимаете? Посмотрите в этой же главе, в 13 главе. Ефесянам? Нет, Марка. В 13 главе Евангелия от Марка. Посмотрите на 19 и 20 стихи, чтобы нам было более понятно. Можно было почитать больше, но времени у нас не будет. Я думаю, что вы дома можете прочитать. Ибо в те дни будет такая скорбь. Вот о каких днях идет речь. Возможно, ваши родители жили во время голода, войны, нехватки, нищеты какой-то, или болезни какой-то, чумы какой-то, и еще какие-то трудности прошли бы, да? Но написано, в те дни будет такая скорбь, какой не было. Представляете? То, что через что прошли ваши родители. Чума была, война была, голодовка была, предательство было, что бы там ни было. Тюрьма, штрафы, еще такого не было, то, что будет. Не было от начала творения, которое сотворил Бог до этого времени. И не будет такого времени больше. Понимаете? Вот к чему относятся слова. И тот, кто выдержит до конца, тот спасется. Смотрите на 20 стих. И если бы Господь не сократил тех дней, никакая плоть не спаслась бы. Но ради избранных, которых Он избрал, Он сократил те дни. Теперь понятно кому-то что-то из этих слов? Кто такие избранные? Хотел бы я спросить вас. Кто выдержит? Послушайте, кто такие избранные? Которые верят. Нет. Для того, чтобы оказаться выбранным, я не могу поднять руку и сказать, выберите меня, я хочу быть. Так не выбирают, да? Кто читает? Когда меня выбирают, кто-то приходит и говорит ты, или как-то еще, понимаете? Он меня выбирает. Даже если я буду держать руку вверх, он меня, возможно, не выберет. Кто оказался выбранным
Ветхом Завете. Кто был избранный народ Божий? Евреи. Вот потому, когда мы смотрим на слова «претерпевший до конца спасется». А кто из вас евреи? Никто. Никто. Значит, это не относится к нам, как к евреям. Понимаете? Мы язычники. Вот почему апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 31 стих. Посмотрите. А 31-32 давайте прочитаем. Поэтому идите, или пьете, или что бы вы ни делали, все делайте во славу Божью. Не давайте никакого повода к преткновению. Первая группа – иудею. Вторая группа – язычнику. Третья группа – церкви Божьей. Не все, что здесь написано, мы должны применить к себе. Потому что церковь это отдельная группа. Кроме церкви, есть что-то адресованное язычникам, есть что-то адресованное кому? Иудеям. Если вы не иудей, и Петр, или Андрей, или Яков, или Иоанн не являются вашим прадедушкой, не ставьте себя на место претерпевший до конца спасется. И не мучьте зря в этой жизни, потому что не этим вы спасаетесь. Если бы вы так спасались, Христос тогда напрасно умер, напрасно пришел на землю, напрасно умирал на кресте, напрасно воскресал из мертвых, потому что Он это сделал не для того, чтобы вы страдали. Он уже пострадал за вас. Вам не нужно страдать вдобавок. Теперь жить во Христе, да. А кто помнит еще такой отрывок, претерпевший до конца спасется? Где употребляется в Новом Завете? Евангелие от Матфея, 24 главе. Давайте перевернем туда и посмотрим, есть ли там слова, которые мы читали в 20 стихе. Что Господь не сократил тех дней, никакая плоть не спаслась бы, но ради избранных, которых Он избрал, Он сократил те дни. Матфея 24 глава, посмотрите на 13 стих. В 13 стихе написано, но кто также, та же проповедь, тот же дискурс на горе, он также употребляет эти слова, но кто выдержит до конца, тот спасется. Если в Марка это было в 20 главе, в Матфея это 22 стих. И если бы и не сократились те дни, никакая плоть не спаслась бы, но ради избранных сократятся те дни. Итак, мы усвоили, что мы не являемся избранными, мы не являемся израильтянами. К нам не относятся слова «претерпевший до конца спасется». Вот почему нам не нужно идти в монастырь. Не нужно лишать себя каких-то благ обычной жизни, а для того, чтобы быть спасенными. Мы спасаемся Божьей благодатью. Кто забыл отрывок? Ефесянам 2 глава, стихи 8 и 9 запишите себе. Но кто выдержит до конца, тот спасется. Вот посмотрите теперь на новый раздел в этой главе. Если до сих пор мы читали о том, что Иисус говорил о предстоящей истории. Слова, сказанные в 30-м году нашей эры, все, которые живут в 21 веке. Свидетели войн, свидетели землетрясений, лжехристов, обмана, голода и разных других трудности, которые посещают то там, то здесь всех людей. Посмотрите на новый раздел, который начинается с 14 стиха. И люди, которые будут жить, вот посмотрите в 13 стихе, но тот, кто выдержит, о ком говорится, вот тот, который будет видеть,
вот это событие, он будет знать, что это начало великой скорби. Давайте прочитаем стих 14. Но когда увидите мерзость запустения, о которой сказано через пророка Даниила, стоящую, где ей не должно, пусть тот, кто читает, понимает. Тогда пусть те, кто в Иудее, бегут в горы. Скажите, как близко Иудея от Молдавии? Сколько? 2000 километров? 3? Далеко. Это относится к тем, кто живут в Иудее. И это не относится к тем, кто живут вместе с Иисусом тогда. Прошло уже 20 веков, когда увидят мерзость запустения, о которой сказано через Даниила пророка, стоящую, где ей не должно. Вот те люди, когда они это увидят, они будут знать, что это начало скорби. Мы сегодня только свидетели того, что происходит в истории. Мы еще не видели храма отстроенного. Мы ждем, что он когда-то будет отстроен. И мы ждем, что будет вознесение церкви. Мы не ждем антихриста, не ждем мерзости запустения. Мы не ждем о том, о чем трижды говорит Даниил в своей книге, как мерзость запустения. Об этом говорит первая глава второго послания Фессалоникийцам, о том, что Господь придет и восстановит справедливость тогда, когда будет время наказания всего вот этого нечестивого рода, который расплодился или размножился за время благодати. Но мы не будем читать этого большого отрывка. Хорошо было бы хоть чуть-чуть прочитать. Давайте прочитаем 8 стих. «Пламенеющим огнем, совершающим мщение тем, кто не знает Бога, и кто не покоряется Евангелию нашего Господа Иисуса, среди вас поверили в день тот. Для сего мы и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш счел вас достойными этого призвания и исполнил всякое доброе расположение доброты Его и дело веры силой, чтобы имя нашего Господа Иисуса Христа прославилось в вас и мы в нем, согласно благодати нашего Господа Бога и Господа Иисуса Христа». Это будет будущее событие. Я думаю, что мы тут остановимся, поскольку это новый раздел с новыми событиями. Мы на следующий раз снова повторим эти события и перейдем к новым событиям, чтобы они упорядочились в вашем сознании, как-то одной целой лентой такой, чтобы вы не путали эти события. Я знаю, что у вас теперь, наверное, много вопросов по книге Откровения, а что будет в начале Великой Скорби или Тысячелетнее Царство, когда Христос придет в начале, в середине или в конце, или еще, может быть, какие-то другие вопросы, которые вы слыхали на различных семинарах этого города. На все ответы мы находим в Библии, сравнивая 24 и 25 главу Матфея, 13 главу Евангелия от Марка и 21 главу Луки. Собирая все вместе, мы видим цельную картину того, что Иисус сказал о последнем времени, о тех событиях, которые будут развиваться в нашем описании, которое мы должны представлять себе и знать, где наше место или наша обязанность, наша ответственность, куда мы направляемся, где наш путь, где наша цель, чтобы мы не сбились с пути или кто-то не сбил нас с пути, пытаясь обмануть нас. До сих пор есть у вас вопросы? Еще нет. Я хочу вас. Вот да. Мне не ясно, я не могу как-то, мне доходит, мне иудеи, так. Где они проживают? Израиль. В Израиле. А у нас нету этих идей? Конечно, нет. У нас даже если они есть, они не
относится к нации. Мы говорили о нации, не говорили об индивидуумах, скажем. Может быть, есть какой-то врач еврей, где-то он, может быть, или учительница, или кто-то еще, продавец. Может быть, есть там папа еврей или мама еврейка была, и до сих пор они не эмигрировали. Я знаю, что в Кишиневе есть те, которые мама еврейка, но она в Израиль не хочет пока, потому что она считает, что ей лучше здесь спокойнее, да. Зачем ей на старости лет продавать квартиру, переезжать, там примут ее, не примут, она была. Сейчас меньше стало, но все равно. Да. А потому мы читаем о том, что будет происходить в Иудее, в Иерусалиме. Это не происходили события, описанные в Молдове, скажем. Вот почему написано, пусть те, кто в Иудее, бегут в горы. Для чего им бежать в горы? Все Евангелие направлено на то, чтобы противиться разуму. Вы слыхали, наверное, ну, какую фразу, скажем, как хочешь, чтобы с тобой поступали, поступай ты так же, да? Разум тебе говорит, как я могу с ним поступать так, он наглец, он гордец, он жадоба, он не знаю что, как он со мной поступил, обозвал меня, оплевал меня, не знаю что, я должен ему делать добро, как так, я ему покажу тираки зимой. Или какая-то другая фраза, скажем. А хочешь занять первое место, займи последнее, чтобы тебя попросили на первое место. Или хочешь быть прославленным, послужи многим, скажем. Не выходи вперед, как самозванец, что вот я тут начальник буду. Нет, послужи многим, и тебя продвинут на этот пост, и будешь ты тем начальником, или кем там, примарем хочешь быть, или президентом, кем хочешь. Есть много таких, особенно в Нагорной проповеди, утверждений, которые противоречат нашему рассудку. Нам хотелось бы, вот прямо сейчас, вот здесь, я хочу быть тем, хочу быть. Понимаете? Иисус говорит, нет, не так. Займи последнее место. Начни оттуда, снизу, и потихонечку поднимет тебя вверх. Вот такие же утверждения будут здесь во время великой скорби, где люди будут считать, что вот если я останусь здесь, в городе, тут я найду работу, тут у меня будет пропитание, тут у меня будет достаток, тут я могу выжить. Иисус говорит, не так. Если ты хочешь выжить, если хочешь, чтобы твоя плоть осталась целой, не разрубленной, не там, испорченной или не заболела, беги в горы. Немногие люди доверятся этому позывному или этому вызову, чтобы бежать в горах. Скажем, что вы в горах найдете? Может быть, какие-то ягоды от силы? Это определенный период, не круглый год. Может быть, какие-то грибы, корни, или я не знаю, что еще в горах можно найти. Очень мало пропитания, да? Что мы находим, происходило с израильтянами, когда они находились в пустыне? В пустыне сколько есть пищи? Колючки какие-то, наверное? Может быть, какие-то там... Зайцы бегают. Не думаю, что там зайцы бегают. Там, наверное, сурки какие-то, или хомячки какие-то, или еще кто-то там. Их надо выливать, их надо там ловить, их надо жарить, или что-то с ними надо делать. Это труд. Понимаете? Это очень скудная пища. Даже ту ворону поймать, тебе нужно ухитриться, чтобы ее поймать. Потому что за этой вороной не только ты один охотишься. Там много таких израильтян будет. И кто хитрее, тот и поймал, понимаете? Что происходило в пустыне тогда, когда народ оказался в пустыне? Бог 6 дней в неделе спускал манну и кормил их. И сказал им, 6-й день, наберите себе в 2 раза больше, она не испортится, чтобы вам в 7-й день было что есть. Что делали израильтяне?
Они в каждый день хотели набрать больше. Что они нашли на следующий день? Испортилось. А что было после этого? Когда манна уже им противна была. Что они сказали? Они кричали. Хотим мясо! Дайте нам перепелов! Дайте нам воды! Дайте нам не знаю чего! Мы будем говорить об этом в следующий раз больше. Это оставим на следующий раз. Хорошо? Я думаю, что вам интересно стало. Перечитайте 24-ю, 25-ю главы Матфея, 13-ю главу Евангелия от Марка и 21-ю главу Евангелия от Луки. Мы вернемся к этим событиям в следующий раз. Спасибо. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты заранее предупреждаешь нас для того, чтобы наше сердце не тревожилось, чтобы мы не переживали, что с нами будет, что станет с нашими детьми, или с нашими телами, или с нашим имуществом. Благослови каждого из нас доверием Тебе, доверием Слову Твоему, знать, что Ты есть Тот, Который силен сохранить, как сохранил израильтян в пустыне, силен сохранить каждого из нас среди годины этих искушений. Благослови каждого из тех, кого нет среди нас, будь то по болезни или по другим причинам, по работе, может быть, которые отсутствуют, которые не имеют бодрого духа, которые в страхе живут, возможно, в обмане или в унынии, или в разочаровании. Помоги им сбросить этот гнет себя и жить победоносной для Тебя жизнью, возвещая о Твоем Евангелии, о радостной вести, о спасительной вести, невзирая на последствия, для того, чтобы приносить плод и торжествовать вместе с Тобой, прославляя Тебя. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа молимся. Брат Андрей с Алиной хотят спеть пение. Давайте сядем и послушаем. Cântarea spune atunci când ajungi în necaz și treci prin diferite strâmtorări în viața ta, atunci când ești ostenit și alungat și de Iisus nu știai, poate și nici astăzi nu știi. Mulți oameni astăzi nu știu despre Hristos. El a murit, s-a răstignit, s-a jertfit pentru tine, pentru mine. Когда люди говорят о том, что им нужно пройти через многие скорби, и Иисус Христос есть Тот, Который умер за меня и за вас, и Он предоставляет нам эту помощь. Пение говорит о том, что Он призывает вас для того, чтобы вы отвернулись от греха. Но пот софи ферчит, что пот софи салват, пенту нам мод. Decât să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Salvator. Ты не можешь быть спасенным каким-то другим способом, кроме как познакомиться лично с Господом Иисусом Христом, лично. Но вы путя скопать и поверь, что не каз. Ты не можешь избавиться от болезней, от тяжестей, от различных притеснений. Вы интрат интро структурали на алта, пына кынул вы кунашты пе Иисус. И ты будешь проходить из одной скорби в другую до тех пор, пока не познакомишься лично с Иисусом. Ну лупта тот мерел. Не пробуй бороться с Богом, ты проиграешь. Алергин тот дикузор. И с самого утра, забегая дистанцию. Петру Кафиря, ну и ушорсом уцумешь. Потому что тебе нелегко будет удовлетворить свою плоть. Мерсу ты он поворот. И твой бег вот такой отягченный или под грузом. И при путере тали, ну ты ежунжи ничего там че. И своими силами ты никогда не сможешь добраться до неба. Да, Иисус милу свен, если человек карти солвяз аз. И только Иисус Христос, который желает твоего спасения сегодня. Да, спуни ему так еврей. И скажи ему об этом, если желаешь.
ai, ca murit răstignit, pentru mine, pentru tine s-a jertfit. Iar de ieri gustă calea,
Thank you.